Ульфат Мансурович, у меня просьба огромная. Уфа в этом году, значит, очень много, ну, я не знаю, там, и люди уже мне начали жаловаться, что там не пройти, не проехать. Вы как-то людям объясняете, ну, извиняйтесь перед людьми, что да, мы перерыли там, перерыли тут, я так понимаю, коммунистическую вы еще будете дальше двигать. Ну, какие-то неудобства, они естественны, мы же хотим делать город краше.